Здравствуйте, ангел. Заходи, смелее. Заходите, присаживайтесь. Что тебе сегодня включить? Что ты будешь смотреть? Пультачки, корпорация, тачки. Давай, выбирай. А тебе воздух с каким вкусом приготовить? Есть фруктовый, есть со вкусом конфет, мороженого. Мороженое? Договорились. Давай на носик надевать его. Ты ручками можешь поправить его. Смотри, 91 храбрости. Чувствуешь, там что-то внутри есть? Какой смелый сегодня. Вот это да. Молодец. Ангел у нас помощник. Молодец. Умничка. Мужским бальзамом губки помажем. Бергируя на зуб по миру. Посмотрим, какой ты смелый, какой ты храбрый сегодня. Водичкой будем мыть, зубик будем мыть, Давай, вот это тигр. Давай снимай, отпускай. Как у тебя дела? Ты подарок будешь выбирать? Ну давай, вставать. Оп, молодец. Большой перерыв, потому что уже так немножко подустал. Сегодня мы лечили малыша с таким довольно необычным именем, очень редким, по имени Ангел. Малышу 5 лет. Это их третье обращение в нашу клинику и третий визит по очереди, в котором мы проводили лечение зубов. Визуально, что мы здесь замечаем, что есть небольшой кариес на пятом зубе, а четвертый рядом стоящий зуб целенький, здоровенький. Визуально. В нашей клинике принято проводить фотопротокол у всех пациентов. Для чего это необходимо? Вот если мы с вами обратим сюда внимание на фотографию, когда мы зубы уже очистили, то вот здесь видно кариес, тот, который глазу не видно. То есть скола зуба нет, а внутри здесь кариес. И это мы с вами видим еще на рентгеновском снимке. Вот здесь. Таким образом, мы полечили сегодня 2 зуба. Мы вычистили кариес на одном и на втором зубе. И восстановили зубы композитными реставрациями.